Здорово! Сегодня в видео у нас будет тест-драйв новой кабины Маниту с легендарными револьверами Афина. Выбрал я крафтец на 9800 очков мощи, здесь у нас стоит Генка, 2 Афины, Маниту, Четкий, Маховик, 4 Гериды, Зеница, ну и собственно все. Этот крафтец есть на выставке под названием Афина and Маниту, если хотите, можете скачать. Ну а мы погнали тестить. Мне кажется, сегодня мы будем соперникам делать очень больно, потому что афинки сами по себе довольно-таки сильные пушки. Плюсом у нас еще Маниту стоит, у нас ускоренная перезарядка, плюсом увеличенный урон. Ну-ка, вот этого давайте встретим. Помогли союзу, замечательно. Минус один. Давайте второго какого-нибудь уделаем. Я вот вижу, один какой-то пацанчик нам отстал ото всех. Сейчас мы его тогда подловим. Ну-ка, брателло, иди сюда. Пушки ему все отстреливаем. Я посадил также еще Керца. То есть у нас увеличенный урон именно по ходовым, по модулям, по всему, что только можно. По пушкам самое главное. И нам с Афинок очень удобно отстреливать всякие пулеметы. Так, давайте, наверное, отойдем вправо. Потому что тут... Хотя нет, уже поздняк. Уже я вправо не отойду. По мне будут настреливать. Нужно за камушек тогда прятаться. Вот сюда вот куда-нибудь. Так, этого тоже приняли. Паучка вот этого давайте гасить теперь. Лавинка тут вообще из хамелеона вылетает постоянно, неожиданно всем накидывает. Нужно ее завалить уже. Так, ее подбили вроде. Хорошо, у нас 3 человека осталось. Мне все передние ноги там подстреливали, зараза такие. Ладно. Нужно к ним как-то аккуратненько сейчас будет подойти. Потому что, я так понимаю, у них новые револьверы на гвале стоят. И у меня афинка уже одна искрится. Я могу просто лишиться оружия. Нужно как-то без палева заходить. Ой-ой-ой. Во-во, про что я и говорю. Давайте, наверное, вот так вот подбегу к этому камушку. Ой-ой-ой, а тут еще один сидит. Так, вот это уже интересней. Вот сюда вот тогда ныкаюсь пока что. Я хочу к левому прибежать, потому что левый, мне кажется, более выгодной позиции для меня. Ну-ка, иди сюда. Не отстрелил ему ничего, хотя был шанс. Сейчас я, наверное, к нему побегу. Перезаряжусь, и будет резкий рывок. Так, бежим, 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 бежим. Побежали к нему. Братан, сейчас мы к тебе заявимся. Так, я думал, это Хайрас, кстати. Это на Геридах тоже пацанчик. Куда ты побежал? Стоять, брателло. Все, нет у тебя револьверов. До свидульки. Ну хорошо, обезвредили его. Союз там на того еще напал, пока я сюда бежал. И в итоге мы двоих обезвредили. У нас последний пацанчик где-то остался. Что это у нас тут? Это как раз таки хайраст какой-то. Иди сюда. Что-то я ему там отстрелил. Все, замечательная МВПшка с первого боя. Победа. Ну, довольно-таки интересный бой получился. И у меня 1483 очка за бой. Едем дальше. Кстати, кто хочет, заходите в наш Discord-сервер. Ссылка есть в описании. Там постоянно проходят какие-то ивенты, где мы разыгрываем призы. А также идет конкурс, где мы разыгрываем целых 2 боевых пропуска. Поэтому, кто хочет поучаствовать, заходите. Ссылка в описании. Ну, что скажу, мне кажется, вот это вот сочетание... Ох, нифига себе, лавин тут выехала. Вот лавин в хамелеоне стало просто дофига. Мне кажется, сочетание Афины с Герцем и новой кабиной, это вообще смертоносное сочетание, потому что пушки отлетают от всех только так. Ну-ка, на, не успел ему револьвер отстрелить. Зараза такая убежала. Ладно, мы перезарядимся тогда. Сейчас, я думаю, вниз пойдем. Хотя нет, погодите, а. Сейчас мы Союзу тут поможем. Союза почти грохнули. Давай, давай, иди сюда, на своих жнецах. Катюшку Союза отстрелили, ладно. Теперь все-таки вниз пойдем. Здравствуйте. Ой, какая вкусная вешалка, смотрите-ка. Сейчас ему все эти миниганы подстреливаем. У него там один миниган, по-моему, остался. Этому один жнец отпилили. Ой-ой-ой-ой-ой. Аккуратно, братан, ты че? Меня завалить решил? Давай-ка-то аккуратней, пожалуйста. Жнецы мы все тоже подстреливали. Хотя жнецы на самом-то деле довольно-таки прочные миниганы. Ой-ой-ой. Вот там дробовод. А вот дробовода точно нужно как-то вот так вот обезвредить. Все. Дробовода нету, по сути. Только не надо меня взрывать и таранить, пожалуйста, братан. Я хочу выжить. Иди давай лесом. Замечательно. Минус. Так, у нас остался еще один пацанчик. Непонятно только где. Но, в принципе, я со всеми разобрался. Правда, 129 хп осталось. Где последний? Он там, видимо. Все. Победа. Союза его завалили. Бой довольно-таки быстрый получился. У меня 1052 очка за бой и опять МВП. Едем дальше. Пишите в комментарии, с чем еще протестить новую кабину в первую очередь. Мне кажется,
С Эмили очень интересно получится, потому что там крафтец получится в районе 6-7 тысяч на таком малом уме. Мне кажется, Эмили будут хорошо наваливать. Ох, что-то тут целая толпа, пацаны, нужно отступать. Союзов крошат постепенно, я отойду. Но в этой ситуации только по пушкам сейчас им стрелять, потому что их большинство, я их всех завалить не успею. Максимум, что я смогу сделать, это только их обезоружить. Так, хорошо, слушайте, мне повезло то, что ко мне никто не поперся. Сейчас я спокойненько перезаряжусь тогда. Давайте даже с перком перезарядимся, пока есть такая возможность. Опаньки, хамелеоник кто-то едет, не попал. Это дробитель. Сейчас мы его опять же обезоружили. Все, братан, давай, до свидульки. Ох, опять жнец. Ну что, давайте ему тоже по минигану стрелять. Давай-давай, до свидания. Я, получается, уже сколько? Троих обезоружил. То есть, в принципе, у нас шансы есть. То есть, там два, как минимум, с оружием. Все остальные просто поехали, наверное, сейчас будут базу захватывать. Ну, шансы есть. Сейчас попробую затащить. Союзы еще плюсом есть. Я думаю, мы выиграем. Так. Ой-ой-ой. Ой, как вы вкусно стоите. Сейчас этому тоже пушки постреляю. Все, братки! Минус один. Второго обезоружил. Союз один остался. Ну, по сути, один какой-то с пушками катается где-то, скорее всего, и все. Вон там как раз-таки он хейраст какой-то. Надеюсь, его союз завалит. Ну что, пацаны, давайте развлекаться. Че уж тут. Попробуйте меня завалить. Они, в принципе, на самом-то деле могут меня взрывами своими подбить. Нужно не проворонить базу, потому что базу захватывают. И если я сейчас проиграю по захвату, это будет вообще максимально угарно. Да-да-да, братан. Езжай ко мне, я вас всех уделаю. Какой прочный попался, смотрите-ка, пацанчик. И нам нужно бежать на базу срочно. Они ее захватывать быстрее стали, там их трое. Бежим, бежим. Союзы все-таки грохнули. Замечательно, у того кайдзю, судя по всему. Ладно, буду знать. Надо как-то аккуратненько будет сейчас тогда вот тут подчистить их и потом переключиться на другого. Минус. Где-то он там, сейчас я, наверное, за трупак спрячусь. Вот этого сейчас подчищаем. И остался один пацанчик, по сути. До свидули. Хорошо, мне нужно сейчас вообще понять, где он находится. Ты где, брателло? Опаньки. Там что-то было. Вот так вот. За трупачок спрячемся. Ага, все, он себя спалил. Замечательно. Кстати, первый раз я не его увидел, а этот трупак там союза валяется. Я думал, это он. Ладно, ползем к нему тогда. Союзы пишут, что он там уже нулевый. Ну ладно, сейчас, пацаны, его заберем тогда по-быстрому. Самое главное, я понял, где он находится. Неожиданностей не должно быть. Здравствуйте. Как ваши дела? Как ваши дела? Ой-ой-ой, какой ты грозный. Я даже вообще сейчас неаккуратно зашел, в принципе, тут его добивать. Так что ж ты не помираешь-то, а? Сколько я по нему всадил, он не помер. Ладно, сейчас ты точно должен помереть. Кайзу ему отстрелили, замечательно. Вот так вот его добиваем. МВПшка, победа, все-таки мы всех уделали. Ну, бой довольно-таки длинный получился, но интересный. У меня 3073 очка за бой. Едем дальше. Мне определенно нравится это сочетание. Мне кажется, маниту прикупить стоит тому человеку, у кого есть револьвер какой-либо. Ну, 600 голды, тем более, не такие уж и великие деньги. И с револьверами эта кабина реально катается хорошо. Ну, мы протестим потом Эмили, Корва и всякое такое. Ну, вот с Афинами кататься, конечно, офигенно. Опаньки. Ой, да ты у нас еще и впоролся тут. Ну, давай. Мы тебя сейчас по-быстрому вот так вот обезвредим. Ну, даже ничего не бахнуло, удивительно. Но я сейчас его точно добью. Потому что запал в спину получить самый неподходящий момент не хотелось бы. Сейчас мы его вот так вот подчищаем. Не люблю никого за спиной оставлять просто. Замечательно. Это кто? Это у нас союз, ничего страшного. Я уж испугался, напрягся. Давайте еще кого-нибудь завалим. Да что тебе от меня надо-то? Что ты ко мне прикопался, союз? Никогда не понимаю таких людей. Ладно. У меня теперь новая помеха в виде союза. Попробуем с ним затащить. Так, союз, ты бы лучше помог другим, а не мне тут мешал. Ладно. Мне кажется, это новый челлендж. Занять МВПшку с такими союзами. Такс. Вот так вот обходим. Ну, слушайте, на гири так даже интереснее так. Дополнительная помеха. Дополнительно от него уворачиваться. Этого завалили, замечательно. Этого тоже там союзы подбили. Остался где-то последний поцик. Так, последний пацанчик. Давай-ка мы тебя добиваем. Все, замечательно. МВПшка. Четвертая МВПшка подряд уже получается. У меня 1202 очка за бой. Едем дальше. Сидел на базе. В итоге не высидел и пошел в атаку. Запарился захватывать ее. Сейчас мы от этого ботярку обезоружим. Не хватило на вторую пушку, ладно. Союз ему как раз-таки эту пушку сейчас отбил.
Я думаю, сейчас направо пойдем. Поползем, точнее, но... Не совсем понимаю, хорошая эта идея или нет. Опаньки, опаньки. Собрат по разуму, Афинки. Ну, отбить тебе что-нибудь. Не, не успел. Не успел, все-таки Афины не такие уж и хлипкие пушки. И отбить с пары выстрелов не получится. Это у нас Кайзюшка. Аккуратно, у меня одна Афинка уже искрится от собрата по разуму. Ой, ты тут у нас рисовался. Я что-то, тебя что-то не заметил. Здравствуй. Попытка номер два что-нибудь отбить. Ну, замечательно, мне только отбили. Хотел я отбить, а получил я. Замечательно. Такс, заходим тогда еще раз. Дубль 3. Заходим, заходим. Афинка, отбейся уже наконец. Есть. Не моя самое главное. Я ему все Афины подбил все-таки. Я добился своего с третьего раза. Замечательно. Так, теперь Кайзюшника нужно завалить. 3 на 3 у нас тут осталось. Аккуратно, аккуратно. Кайзюшка, не нужно меня тут грохать. Сейчас мы тебе поможем взорваться. Давай, помирай уже. Ну, ё-моё, он на последних там издыханиях. Да куда ты убежал-то? Все-таки выжил. Все, ему подбили. Замечательно. У нас один минер остался и ботярка где-то катается. Ботярка у нас там в центре валяется. Полудохлый. Его подбили. Минер, здравствуй. Ну, давай тебя попробуем завалить, что ли. Ай! Не-не-не, он сейчас меня завалит скорее. Реально, он меня сейчас завалит, скорее всего, потому что я уже уехать не могу. Вокруг меня мины. Здравствуй. Давай, перезарядочку, быстрее, быстрее, быстрее. Афина, давай! Быстрее! Я сейчас помру из-за него. Ну все, походу. Нет, я живу до последнего! Давай, давай, давай! Нет, 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 нет. Я живу! Я выжил еще каким-то образом. Тапка в пол! Давай, ползи! Ай, все, Афина отлетела. Ну я выжил, у меня 4... Не, 8 хп. Ой, блин, да что ж тебе от меня надо-то, брателла? Кабанчик, спаси, пожалуйста. Он до меня докопался. Давай, 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 давай. Сейчас попробую взорваться, может быть. Да, и он, конечно же, уехал. Замечательно просто. Кабан, я надеюсь, ты его завалишь. Ну, замечательно. Кабан сейчас, походу, тоже помрет. У него один запал остался. А так все было близко к победе. Хотя, не знаю, может быть, чеснок его завалит. Давайте это все ускорим и посмотрим, что в итоге вышло. Пацан, к успеху шел. Не получилось, не фартануло. Почти, почти затащили в прошлом бою, но что-то пошло не так. Немножко не дотянули. Такс, где жертва? Мне нужно человека, который... Ох, ё! Фига себе, жертва! Вот это он вылетел, конечно, красиво. Сейчас из меня жертву сделают. Офигенно просто. Давай быстрее перезарядку. Я его, конечно, грохну, но чувствую, у меня вся бочина... Да... У меня бочины просто нет. Вот это он, конечно, вылетел красиво. Еще и Афинку мне одну забрил. Вот зараза. Давай, ботярка. Ах, не успел ему еще отбить пушечку. Я даже стрелять сейчас нормально не могу, потому что у меня тачка постоянно наклоняется. Вроде прицел наведен на чувака, а попасть я не могу, потому что тачка под углом. Да, зашел так зашел, брателка. Молодец. Ну тогда я буду здесь, наверное, сидеть настреливать. Опаньки, там перевернулся кто-то. Ну-ка, давай. Ох, как классно. Бахнул. Давайте еще кого-нибудь добьем. Там ботярка еле живой. Ну, слушайте, мы в этом бою даже, возможно, выиграем. Союзы тут прям хорошо так всем показали, где раки зимуют. Вот этого сейчас ботярку добить, а то он что-то мне все глаза мозолит. Где последний поцик? Перезарядимся с перком. Давайте, наверное, сюда спрыгнем. Базу будем по пути захватывать. Не знаю, где последний. О, вижу. Это у нас паучок на... автопушках или... Ага, это новые револьверы, мне кажется. Да, это явно новые револьверы. Нужно как-то аккуратно его забирать, потому что у меня кабинка открыта. Хотя у кабины довольно-таки много хп у меня осталось. Сейчас мы его попробуем забрить всего. Давай, давай, давай. Минус один револьвер. Давай второй поставляй. Минус второй.
остался один. Или, возможно, вообще ничего не осталось, я не видел. Да, видимо, что-то у него еще осталось. Все, теперь точно ничего нету. Братан, ну как бы все. Не получилось тебя нас уделать. Добиваем. Замечательно. У меня МВПшка есть, нет? По-моему, нету. У меня победа и 1542 очка за бой. Но до МВП не дотянули. Едем дальше. Что-то у нас давно МВПшек не было. Целых два боя. Пора отыгрываться. Так, аккуратно, аккуратно. Ну да. МВПшек давно не было. Классно, я спрыгнул. Пацаны, поднимите, пожалуйста. Поднимите пьяного ловерса. Спасибо огромное. Ну что, теперь начинаем стрелять. Здесь у нас ботки. Сейчас мы их вот так вот обезоружим по-быстрому. Глазастиков этих на дзюбока. Одно дзюбок у него осталось. Давайте настоящих людей. А то по ним неинтересно стрелять. По этим овощам. Перезарядимся с перком. О, новая партия. Давай, давай, лавинка. Езжай ко мне. Давай, 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 давай. Молодец, молодец, молодец. Сейчас мы его... О, красавчик его перевернул, да? И голобрюхах. Ну-ка, братан, ты доездился. Последние твои слова. Ну-ка, дайте я его в генератор бахну, что ли. О, хорошо. До свидания. Спасибо Союзу. Перевернул его классно. Это у нас батярка едет. Его тоже сейчас завалим. Все аж разлетаются от импульса такого. И голобрюхов. Хорошо. Минус два. Кто следующий? Это опять батярка. Вон там у нас соперник какой-то едет. Только непонятно, куда побежал. Ладно, пофигу на него, сам приедет, я думаю. Вот этого сейчас тоже подчистим. О, я про что и говорил. Здравствуйте, давно не виделись. Перезарядимся. По-быстрому. И теперь завалим вот этого дроновоза. Куда ты там, хамелеон, пошел? Он тебя уже не спасет. На Цербере своем катается. Все, попался, Союза, давайте. До свидурки. Последний у нас вообще там на мосту, судя по всему. Давайте его обрушим. Давай-давай-давай, Союза, главное под мост не лезьте. Замечательно. Грохнулся, братан. Ну что, выкурили мы тебя оттуда. Твои последние слова. Ох, как ты полетел классно. Ну-ка, иди сюда. Давай-ка, последний выстрел. Замечательно, бой довольно-таки прикольный получился. Особенно последний, классно грохнулся. У меня 2223 очка за бой, МВПшка. Погнали в последний бой. Опять лоерс кто-то пишет. Пацаны, не опять основа. Здравствуйте, ой-ой-ой. Это у нас лавинка, сейчас мы перезарядимся и зайдем опять. Что-то какая-то тугодумная лавина, ни по кому не стреляет. А, нет, все-таки решил выстрелить. Молодец, ну это тебе уже не поможет. Гаражик, до свидульки. Ой-ой-ой, кайдюшка. Сейчас его, наверное, тоже нужно забрать по-быстрому. Потому что пафинка может зарядить так смачно. Чуть-чуть осталось, сейчас перезарядочка. Союзы даже, наверное, его добьют быстрее, чем я. Хотя нет, давай, есть, успел. Кто-то тут у нас перевернулся удачно так. Давай-ка, тоже в гаражик. Не, ну мы зашли сейчас, конечно, определенно удачно. Минус 3, особо не парясь. С перком перезарядимся. Заходим сюда. Здесь у нас два чувачка. Это у нас что такое? Опаньки, это Астрей, все понятно. Астрейщика я, пожалуй, на себя беру. Паучка, я думаю, Союза заберут. А вот Астрейщика я заберу точно. Потому что по Афинам он может очень смачно так зарядить. Здравствуйте, минус один Астрей. И минус второй, замечательно. Добиваем его. До свидульки. И у нас осталось еще три пацанчика. 1500 очков за бой, даже больше я уже нафармил. Но сейчас, мне кажется, тоже будет МВПшка. МВП сегодня очень много. Пушкарь там какой-то катается. Перезарядимся. Пушкарь... Ой, это не пушкарь, это у нас молотобойщик. Пушкаря грохнули. Ну все, я даже, наверное, его не добью, потому что Союзы его с собой закрыли. Замечательно, у нас победа. И у меня сколько очков за бой? У меня МВПшка 1946 очков за бой. Погнали в гараж. Ну вот и подошел к концу наш сегодняшний тест-драйв. Пишите в комментарии, как вам Маниту с Афинами. Ну, мне понравилось. Сегодня мы довольно-таки хорошо играли, МВПшек много заняли. И я решил посмотреть цену. Маниту уже стоит недорого, 600 голды. Если сравнивать это с другими эпиками, это весьма средняя цена. Вот давайте, допустим, сравним с Фотоном. Фотон стоит 479 голды. Ну, то есть не намного дороже. И просто как... новая кабина, как новая механика, я думаю, можно и прикупить, потому что кабина на самом-то деле неплохая. В общем-то, на сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока!